надо увеличить сейчас вес, попробовать. Вернее, не вес, а размер. Сегодня погода более-менее хорошая. Ветерок, правда, сильнее, чем вчера. Но хоть дождя не было, уже легче. Надо запоминать точный ориентир береговой, куда ты бросаешь, и линию проводки, и стараться из этого исходя. Бывает, метр вправо-влево и уже не возьмет. А здесь конкретно есть кочка, преграда, вот я мимо нее лажу, удается пока. Один только обрыв был. И рыба стоит локально здесь. Есть, а блин. С этим цветом поменяем, какой был раньше. Единственное, что вес у нас немножко будет тяжеловат. Будет тонуть. Рыба может быстрее из ступора будет сразу заедается конкретно. Опять сундук. Сундук. Тихо ты, чуть в камеру не влетел. Ой, извините, не так выкинул, надо было. Сейчас начнется. Не тем боком бросил, не ласково. Если я каждую рыбу, которую отпускаю, буду целовать, у меня к концу дня целовалка сломается. Привет, в 2 метрах от лодки. Блин.
еще попробуем. Что ж тебе надо, старче? Буквально в 2 метрах. Кидаю метров на 7-8. Короткий заброс. Целый день развлекался мелким. Который тоже капризничал. То солнце уйдет, то солнце выйдет. Блин, ёшкин кот, я думал уже зацепа, не, что-то я, или зацепы, точно, зацепы что-то снял, слава богу, там дерево какое-то лежит, я уже оттуда и дрова доставал, сегодня достал Валеркину мандулу, кто-то похоронил, вот такая вот бяка. Место классное, но зацепистое. Чуть-чуть не так провел. Готов. Перевязываться будешь. Есть. По-моему, опять сюда. Прошу понять и простить. Поправим чуть-чуть. Да все в порядке. Много поклевок и мало посадок. Вчера, видать, по зубам ему тут настучал крепенько. С моторчиком тут, наверное, штук по 60-50 отпустили. Вечерком. Есть. Заметьте, ловлю несъедобной резины. Очередной окунян.
6 грамм долго ложится. Но самая комфортная проводка. Начинают вкалываться покрупнее. Но пора ехать. Надоело мне уже, если честно говорить. Я забыл. Надо было для любителей. Опять рыба. Не успел даже тронуть с места. Для любителей животных и Гринпис. Чтобы меня не обвиняли, что я рыбу не так выбрасываю.